Вот самые первые улицы. Улица Новоселов, Строителей, Запсибовская. Светлые девятиэтажные дома. Тут же детские сады, школа, спортивные игровые площадки. Новый микрорайон задуман интересно, смело. Его создателем, архитектором из института Кузбасс-Гражданпроект, за оригинальное планировочное решение была присуждена первая премия на всесоюзном смотре работ молодых архитекторов. Вот таким ильинский жилой массив будет. Высотные дома выйдут на крутой берег Томи. На речном острове будет выстроен городок спорта и здоровья, стадионы, пляжи, бульвары и парки. Ильинский микрорайон – это новый город. Здесь будет проживать 230 тысяч жителей. Это город-спутник, будем говорить. Строители нашим новоселам создали здесь максимум удобств. И сегодня Ильинский микрорайон продолжает расти, застраиваться. Вы видите строительство нового детского садика с плавательным бассейном, в котором будут жить 280 ребятишек. Рядом разместится такой же детский сад, подобный. В 1980 году будет построен родильный дом на 100 коек, войдут в строй действующих общественно-торговый центр, блок бытового обслуживания. Да и в целом жилищный микрорайон увеличится еще на 110 тысяч квадратных метров жилья.